На старт всероссийского легкоатлетического забега «Кросс-нации-2014» вышли более 5000 человек. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега и здорового образа жизни. Маршрут трехкилометрового забега пролегал через центральные улицы Рязани, Соборную, площадь Ленина, улицу Маяковского, Свободы и завершался кросс на площади Соборной, где у подножия памятника Олегу Рязанскому была расположена финишная черта. Победителем «Кросса-нации-2014» среди мужчин стал студент Академии ФСИН России Алексей Григорьев, а победительницей среди девушек – серебряный призер чемпионата Европы по бегу с препятствиями Екатерина Досейкина. Кстати, легкоатлетический забег «Кросс-нации» считается самым массовым летним спортивным мероприятием в регионе, и он отлично соответствует лозунгу «Главное не победа, а участие». Просто захотелось принять участие в таком глобальном соревновании. Как бы интересно свои силы попробовать. Проверить свою выносливость на дистанцию вышли и работники государственных структур, регионального правительства, областной и городской думы, ректоры ведущих рязанских вузов. Я считаю, что спорт был и будет всегда объединяющим началом для людей всех возрастов. И сегодня тяга к здоровому образу жизни, она есть у всех. И наша задача пропагандировать это и путем вот таких ярких спортивных мероприятий, чтобы все больше и больше людей тянулось и желало заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В общем, физкультурно-спортивный праздник «Кросс-нации-2014» удался на славу. И пусть не все участники показали высокие результаты, но ведь важно другое. Благодаря именно таким массовым стартам рязанская молодежь приобщается к спорту, и многие ребята уверенно становятся на путь правильного и здорового образа жизни.